Фото: Дмитрий Голубович. Чемпионат СМИ. Смолов хочет оформить переход в Вест Хэм до старта ЧМ 2018 29 марта 2018 года, 17:44. Футбол. Англия. Нападающий Краснодара и сборной России Федор Смолов хочет оформить свой переход в Вест Хэм Юнайтед до старта чемпионата мира 2018, который пройдет в России летом, сообщает Sky Sports. По информации издания, стоимость трансфера российского форварда, который намерен покинуть Краснодар, оценивается в районе 10 фунтов стерлингов минус 13 миллионов, около 11 евро и 40 центов минус 14,85 миллиона. Также отмечается, что в приобретении Смолова заинтересован Марсель, однако сам футболист предпочитает переезд в Лондон. Источник, который близок к окружению Смолова, комментируя возможный переход, сообщил, что «Вест Хэм может закончить холодную войну болельщиков клуба с руководством, если приобретет Федора». В нынешнем сезоне РФПЛ Смолов принял участие в 16 матчах за Краснодар, в которых отметился 12 голами и 3 результативными передачами. «Самый востребованный игрок в сборной России прямо сейчас, и это не тот Федор, о котором вы, возможно, подумали», источник Sky Sports сообщить об ошибке.